Здравствуйте, дорогие любители цветов. Вот и опять я сею семена. Вы знаете, сеять дело немудрёное. Тяжелее ухаживать, когда они растут уже у нас на участках. Но если мы этим занимаемся, мы доводим дело от начала до конца. Ну, а начало – это посев семян. Что я буду сегодня сеять? Что я буду сегодня сеять? Это цветок, как солнце, солнечный цветок, который называется газанья. Кстати, когда я начала сеять этот цветок очень много лет тому назад, я его считала как газанья. И на пакете как и писалось газанья. Сейчас можно увидеть газанья, газанья. В общем, как она правильно называется? Ну, я называю газанья. Вот как я запомнила много лет тому назад этот цветок. Ну, чем он интересен, этот цветок? Это низкорослый, для рабаток, для передних цветников, для низкорослых цветников. Очень эффектно выглядит. И действительно напоминает солнышко. Это маленькое солнышко. В прошлом году я высевала их, и вы знаете, когда приглядывалась к каждому цветку, каждому не цветку, а каждому кустику. Они были все разные. Вот ни одного, у меня было кустиков 20 этого цветка, я высадила, и не было ни одного похожего. Настолько разнообразна окраска этих цветов. Но я считаю, что у этого цветка есть один недостаток. Какой же этот недостаток? Он любит солнечное место. И не просто солнечное место, а любит солнечные дни. То есть тогда, когда пасмурно, идут дожди, когда у вас и так настроение плохое, этот цветочек закрывается, и он вас не радует своими красивыми цветками, а оживает, когда хорошая погода, когда солнечная погода. То есть я бы рекомендовала возле этих цветов рядом посадить или посеять то, что постоянно будет цвести, чтобы вот не было этого у вас настроения такого грустного, когда эти цветки не раскроются. Ну, в общем-то, у вас и будет полянка некрасивая в такие дни. Что я добавляю? Я добавляю лобелию. То есть между гацани я люблю посеять лобелию. Ну, во-первых, это совсем противоположные раскраски. Желтый, синий, в общем-то, красиво. Ну, желтый, оранжевый с какими-то штрихами разными. То есть разнообразно. Значит, что я взяла? У меня я посеяла свои семена, но вот я решила еще взять гибридные. Взять гибридные гацани. Рассвет. Рассвет называется. Но что интересно, значит, что такое гибриды? Ну, в общем, это на уровне генетики смешивает, что-то смешивает. Я не биолог, но насколько начитавший, то есть выводит на каком-то генном уровне, то или иной. И овощи нельзя сеять гибридные семена. То есть, если вы купили гибридные семена, то вы их собирать не можете, потому что не получится уже того овоща или той ягоды, что вы там высаживаете. То есть, они не будут сохранять те свойства, которые были даны ему сразу. Идет распад, вот на этот какой-то распад идет, который не повторяет. Но это овощи. То есть, это такое дело. А цветы? А цветы, я думаю, что можно, потому что наоборот, появится что-то новое, что-то интересное, вот лучше или хуже, не знаю. Ну, короче, цветы, если это гибрид, можно пробовать собирать свои семена и сеять. Значит, гацания у меня находится, ну, во-первых, тут очень мало, их всего лишь 10 семян, находится вот в такой вот капсулке. Их 10 штук. Что я сделаю? Значит, землю я немножко уплотню землю. Я высеваю газанию. Я не буду ее пикировать. Вот здесь вот она у меня будет сходить и расти, и отсюда я буду пересаживать ее уже в грунт. У меня всего лишь 10 семян, поэтому площади питания для 10 семян, я надеюсь, что взойдут все, будет достаточно, поэтому такой необходимости я не имею, не считаю нужным.
Значит, если вы будете собирать свои семена, то они будут такие воздушные перышки, перышки. То есть вот эти вот возле этих семян, это обработанные, да, они не такого, они коричневого цвета сами по себе, а здесь они вот обработанные желтенького цвета. Они будут, можно показать немножко ближе, можно показать. Вот такие вот семена, да, так как они обработаны какой-то вот еще дополнительно, то они такие крупненькие, легко берутся в руки. Так, все. Значит, вот так вот я, ага, и я сразу смочу. Я сразу смочу. Ну, вот для чего сразу смачивать? Если я хочу, чтобы это семечко в сторону никуда не ушло, да, не сдвинулась, а так как я сейчас буду считать, в общем-то, на определенном расстоянии их высевать, вот куда бы я их положила, я хочу, чтобы они там и остались, то вот если смоченная земля сразу, вот она как бы их придерживает. Ну, вот так вот примерно на одинаковом расстоянии. Ага, и не получилось переменная. Вот два семечка захотела лечь рядышком. А я не хочу, потому что я с ними возиться потом не буду. Мне нужно сразу так, чтобы не пикировать. Не пикировать, а сразу в грунт. Ну вот я сейчас присмотрюсь. Обработанный желтым цветом очень удобно. Очень удобно видно, где какое семя упало. Так как у меня в земле вот заскакало семечко, да? Я не хочу его туда отправлять. Так, неудобно. Все-таки ложкой возьму. Ускакала на место. Вот здесь вот я хотела бы, чтобы было. Так, прижму ложечкой. К ложке ничего не пристает. Можете не бояться. Так, прижала я. Еще раз я увлажню, чтобы быстрее растаяла наша оболочка, чем обработана. Так. Легкий такой тоненький слой сверху, тоненький слой. Вот и все, и будем ждать наших всходов, нашей гацани. Прорастает обычно на третий день. Гацани очень быстро прорастает. Так, одно зернышко у меня оголилось, и я его прикрою. Ну вот и все. Сейте этот изумительный цветок, очень красивый. Но не забывайте, что возле него нужно посеять или посадить что-то еще. Чтобы он не грустил в грустную погоду, в плохую погоду. Всего хорошего!